Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами будем писать осенний букет, листочки, рябинка, вазочки. То есть на YouTube-канале будет демо-версия. В ссылке в описании под видео будет ссылочка на канал Boosty. Там будет полный подробный урок. То есть если вам понравится, можете перейти и купить себе этот мастер-класс. Оплата там 150 рублей в месяц. То есть все цены там за месяц. То есть даже не за один мастер-класс. Вы подписываетесь, и вот в течение месяца какие мастер-классы выходят, вы все можете посмотреть. Так что цена невелика. Итак, а мы с вами приступаем. Разбавитель у меня White Spirit без запаха. Холстик у меня небольшой, 25 на 30, такой вот ближе к квадрату, да, прямоугольный, но не совсем вытянутый. То есть можно и на более квадратном, в принципе, разместить, и на более вытянутом, то есть сделать больше стен. Итак, я возьму сейчас, вот окунаю, кисточка вот такая у меня синтетика, окунаю в разбавитель. Подготавливаем кисточку. И возьму я, наверное, вот краплачок розовый. Сделаю такую вот просто подкрашенную водичку. И этой водичкой буду намечать весь рисунок. Ну, вот если посмотреть стол, либо поверхность, где у нас стоит эта ваза, она вот здесь, вот в самом-самом низу. То есть вот так вот чуть-чуть. Вазочка, естественно, посередине. Помним, да, что мы не размещаем. Мы смещаем чуть-чуть в сторону. То есть где-то здесь у нас будет вазочка. Доходит она примерно до середины, вот сюда, основание ее. То есть вот эту часть, да, примерно напополам делим, и здесь у нас будет ваза. По высоте, если вот эту часть разделить, то вот примерно середина, да, вот ну, ниже, вот где-то так, вот, пускай она у нас стоит. И как вот мы предметы делаем, да, ось центральную прочертили, потом овал вверх у нас, и вот делаем с одной и с другой стороны, здесь вот донышко у нас, самая выпуклая часть будет где-то здесь, вот тоже дугой, неровными линиями, у нас же круглый предмет ваза, да, поэтому делаем выгнутые линии. То есть и вот так приблизительно мы ее себе показываем. То есть вот так с одной, с другой стороны. Наметили так вот приблизительно вазочку. И сейчас тоже так слегка наметим, где у нас чего. То есть не все прям досконально, да, будем прорисовывать, а легонечко наметим. Вот я вижу, да, у меня там гроздочка вот здесь какая-то, рябинки. Вот тут на вазу заходит у меня гроздь. Вот здесь красивая такая прям, очень много ягодок. По красочкам, кстати, белила титановые, охра желтая, оранжевая, кадмий красный светлый, лимонная, краплак розовый прочный, умбра натуральная, немножко голубой ФЦ, цирулиум, который убежал, немножко темной фиолетовой и оливковая, которая от Малевич, вот она оливковая, либо травяная зеленая, у кого есть, тоже подойдет. Оп. Так, замешиваем. Умбру добавляю по чуть-чуть,
разбавитель, чтобы жиденько была красочка. И вот начинаем вот таким вот тепленьким цветом. Даже вот еще добавлю где-то больше умброчки. То есть вот так пятнисто нам надо нанести фон. Дальше столешница, белилки, охра, та же умбра. Столешницу делаем потемнее. И фиолетовый, вот для чего он нужен был. Умбра фиолетовый. То есть она у нас такая деревяшечка, да, но она отдает фиолетовинкой. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something. Дальше берем цирулеум. Пока в чистом виде. И заполним нашу вазочку. Вот тут у нас горлышко. Да, здесь все равно там листочками будет перекрываться. Ну, вот таким вот. Дальше мы уже покажем там свет, тень. Мастихин я возьму, наверное, рыбку. Вот такая рыбка. И буду теперь делать, собственно, все наши вот эти вот ягодки, листочки. Будем прорабатывать мастихином. Какие-то более красноватые, да, у нас могут быть там. Они же не все одинаково освещены. Поэтому какие-то более темные, то есть, если мы начали делать ягодки, да, все какие-то оранжевые, то есть, не нужно их делать прям вот все одинаково оранжевые. Дальше вот зеленоватый листочек у нас вот здесь. Заходите на вазочку.
Вот этот листочек, мне хочется, вот сейчас возьму здесь остатки, вот тут добавить где-то по краю желтенького. Вот он такой скучноватый розовый, да? Вот можно добавить желтого, желто-зеленого какого-нибудь оттенка. То есть, смотрите, да, вот по своей работе. То есть, как вам нравится. Если вы видите, что требуется, да, чего-то добавить, можно и добавить. Вот. Такая красота. Здесь гроздочки хочу добавить. И на листочек тоже хочу кинуть вот так вот, чтобы как бы листочек был под этой гроздью. Вот таким образом. И в принципе на этом наша картина готова. А вы, друзья, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Вы очень помогаете каналу этим. Все, рисуйте, выкладывайте свои работы. Я вас всех люблю. До скорой встречи. Пока-пока.